Что? Что с тобой? Всем доброе утро. Доброе утро всем. Если кому-то оно доброе. У нас завтрак, каша манная с вкусным хлебом. Прям нравится вот этот овощной микс с тыквой и яблоками. Очень вкусный хлеб. Он такой вот... Господи. Там, ну, там всякие кусочки в нем вкусные. И кунжут. Всем приятного аппетита. Хорошего дня. Торт нарезай. О, oh, no. У нас второй день читмила. No. Торт Прага, который мы купили втридорога. Переедим. Двоечка. Двоечка. Сейчас доберману кусок. Да, давай ему весь торт. Ладно, надо было половину уж резать. Режешь, давай да. Тебе вот это мне и все. Думаю? Конечно. Ну, давай. Вчера был такой вкусный торт. Вообще обалденный. Это вообще... Свой. Не этот. А тот, который три бисквита, шоколадный бум. Это вообще там что-то с чем-то. Не, ну как бы, когда покупаешь реально торт, не за 200 рублей. Ну, да. За косарь. Оно стоит того. Здрасте. Что мы просим? Или мне массаж делаем, пузика? Массажист. Где? Где? Ой, господи, и это требует внимания. Ну чё, как? Ты, у тебя там точно чай? А чё ты без молока кофе пьёшь? Почему? Там есть уже молоко. Есть. Как тортик-то? Обычная Прага. Но... Нормальная Прага. Всем доброго утра. Приятного аппетита. Пошли. Кто это куда пошел? Снега-то навалило. Кто это? Далек? Все? Пошли домой. Заходим. Заходи домой. Гуляй. На улице потеплело. Хорошо стало. Снегу надо сколько скидывать. Как хорошо. Деревни летом. Ну так, нам надо почистить Джонику ушки. Мы вчера купили препарат. Вот этот вот. Чего так плохо его видно? О. Он для лечения наружного отита. У него типа отит, потому что у него болят ушки. Джоник, иди сюда. Мы почистим сейчас. Ватным диском, да? Скажи, я уже все знаю. Почистим. Почистим, послушаем, а потом уже с тобой закапаемся. Иди сюда. Иди. Иди сюда. Ко мне. Иди. Света побольше. Вот. Садись. 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 Не хочешь садиться? Ну, стой тогда. Да. Рыжий. Уйди. Не мешай. Надеюсь, что этот препарат поможет, потому что мы перепробовали уже кучу всяких разных препаратов.
ну, как-то вот такая какая-то зараза это в ухе, да? И постоянно образуются такие корочки и налет, который зудится впоследствии и приносит ему дискомфорт. Сказали, что это отит. Анализ. Вот мы ездили, у нас брали в Зеленограде. Назначили нам вот этот вот препарат. Не знаю. Он дорогой достаточно. 1000 рублей вот этот флакончик. Надеюсь, что нам поможет. Ну что, Джонка? Давай обрабатываться будем. Здесь мы пошло примерно. Ушки у нас подсохли. Ой! Так, надо один раз в сутки в течение 5 дней слуховой проход. Убежал, наверное. Одно нажатие. Джонни, иди ко мне! Ко мне! Сидеть. Молодец, хороший мальчик. Это препарат ушки тебе лечить. Выглядит. Так, помассировать, там написано, помассировать ухо. Так, одно есть. И поехали. Второе. Так вот. Ушки, зато не будут болеть у моей мартышки. Не будет. Ой, молодец какой. Терпит. Сейчас мы там препарат разгоним. Мы обработались. Доволен? Обес. Все? Счастливый? Все, теперь 5 дней терапии у нас. И после этого мы едем на ежегодную прививку. Прививать будем и его, и мелкого. Все, а я пошла работать. У меня работы. Целый вагон. Я 2 дня не работала практически вообще. Поэтому гоу со мной работать. Муж приехал на обед. На обед назовем это. У нас сегодня на... Ну, муж приехал на обед, так сказать. Ага. На ночлег. Нет, я дам ночлег. Потому что муж как поест, потому что никуда не едет. Выпнем у него. У нас там работа наверху стоит. У нас сегодня это курица жареная. Тут паприка, ну, специи, вся фигня с луком. Я люблю, когда много лука в курице, поэтому я ее жарю с большим количеством лука. Вот такая вот золотистая. Гречка самая полезнючая и масло. Еще тут у нас есть рыбка, вот эта вот в горчичном соусе. Вот этот вот хлебушек с овощами. Зелень, там внизу укроп. Зеленый лук, помидорка одна и сырок. Вот такой вот тильзер и колбасный еще. Доедаем. И что-то сейчас будем смотреть. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Мы кушать. Что у тебя за истерика?
работала. Вспомнила, во-первых, что я внизу свет не выключила. А во-вторых, я замерзла. Да что такое-то? Затопить печку. Квест начинается. Так, надо для начала заложить дрова. Так, и вот здесь вот у меня кора. Кора березовая. С помощью нее должны... Ай, блин, растопить это все дело. Пробую. А, подождите. Подвал надо открыть. Сюда немного. Так. Будем ждать, должно разгореться. Печка у меня топится. Руженька у меня тут греется. Уже вторую охапку подкидываю. Очень холодно дома. Что-то я замерзла. Пропустила этот момент, когда надо было затопить. Сейчас 45 градусов. Нормально. А так тепло около печечки. Класс, пойду налью себе горячего чая, наверное. Да, попью. Сегодня домашний день у меня. Ну, вот так я провела 2 часа своего времени. Я вот здесь лежала, укутавшись вот в этом одеяле. С этой стороны одна собака. С этой стороны вторая. Мороженое ела. И смотрела YouTube. Вот время 11:09. Я собираюсь идти монтировать влог. Жду Колю. И да, я забыла опять про печку. Да что с меня такой истопник, конечно. Божественный. Никудышный с меня истопник. Все время забываю. Подкину что? Я сразу побольше подкину, чтобы больше не думать о том, что я могу забыть. Главное, чтобы они разгорелись. О, разгорелись. Я счастлива. На него не видайте. Будем монтировать видосик. На сегодня лень день. Пойдем монтировать. Что это за какая скала? Ладно, мы пошли монтировать, идем.